На стене гаражей новая картина. На скамейке, можно сказать, местный актив. Обратились к городскому депутату и предпринимателю. Тот нашел художников и оплатил работу. Во дворе говорят, что надоел однообразный серый цвет. А главное, что детям гулять гораздо веселее. Детская – это же самое-самое благородное, самое это, детская передача. И я здесь провожу, а у нас во дворе. Делай как я, делай лучше нас. С детишками мы проводим. Деревья и бордюры во дворе побелены. Чистота и порядок. У каждого свой маленький уголок. Она у меня давно уже, сколько? Лет 5, да? Да больше. Больше. Я сегодня 3,5 часа торчала. За этой клумбой постоянно ухаживает Светлана Григорьевна. Она 40 лет проработала учителем математики, вышла на пенсию. Появилось много свободного времени для давнего увлечения. У меня же дача до сих пор. Я занимаюсь, вот эта дача таскаю сюда. У меня, знаете, сколько цветов повыкопали? Все хорошие цветы повыкопали. А вот желтенькие много отвели, там, вы посмотрите, одни пенечки стоят. Пострезали цветочки. Ну не могу я, вот я напротив мой балкон, я смотрю, любуюсь своей работой. Хозяйка клумбы на прохожих не в обиде, а во дворе уже подумывают над тем, как еще можно добавить уюта, и надеются передать свое увлечение подрастающему поколению.